Наконец, Игорь Николаев показал до неприличия роскошный дом. Не упадите. Певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова гостеприимно открыли свой дом для журналистов. Знаменитости показали свою виллу в Юрмале. Кроме того, у них есть свое жилье в Москве, на Тверской, дом в Барвихе и апартаменты в Майами, передают новости. По словам Николаева, ему очень нравится Латвия. В Юрмале есть море. Кроме того, приобретая элитную недвижимость, власти дают покупателю вид на жительство в Евросоюзе, что гастролирующему артисту просто необходимо. Четырехуровневая квартира находится у моря. Ее гордость – 110-метровая терраса. В доме есть лифт. На верхнем этаже квартиры есть застекленное от пола до потолка пространство. Там находится библиотека, зона отдыха, большая кухня, клавишники. Далее за раздвиженными стеклянными стенами есть бассейн и душ. Стоят шезлонги, большой обеденный стол.